бойцам, укрыться от оружия противников, тепловизор не берет. 57 антидроновых одеял – незаменимая вещь на фронте. Одеяло полностью маскирует солдата от тепловизора. Военные используют их как носилки и как маскировку для спецтехники. Спасибо грузовикам, спасибо Мособлгазу. Мособлгаз Запад, филиал, у нас один из самых активных по поддержке наших бойцов. Ценный груз передали жене мобилизованного. Его доставят на фронт в самые кратчайшие сроки. Представители Мособлгаза пообещали и впредь помогать всем необходимым. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».